Салам алейкум, дорогие друзья. Вот я сейчас отсюда покажу, потому что особого такого нету. Вот огромная сай идет. Это Ош, южная сторона, оказывается, называется. Я оттуда, кажется, заехал. Вот, смотрите. Вот это по улице сейчас туда еду и направо поворачиваюсь и поеду сразу на границу Дустлик. Это Сулайман Тох, который. Вот это центр. Ну, короче, это город Ош. Вот, смотрите, какая она. Вон там новые здания строятся. И там строится, и там новые здания строятся. Ну, везде, как всегда, строятся дома новые. Вон там многоэтажки, оказывается, вот. Видно. А так частный сектор. Вот. Это города Оша. Областного центра. Значит, я сейчас перейду туда и поеду обратно. Не обратно, но к границу. Кыргызско-узбекскую границу. И так поеду домой. Уже достаточно прогулялся. Уже хватит. Завершился у меня, короче, Памирский тракт. Дорогие друзья, вот я заехал, значит, выехал из Бойсун, Динал, граница Ригар, таджикско-узбекская граница, потом Душанбе, с Душанбе сел на такси до Харога, Кулаб, Харог, Рушан, в Рушане я был, остановился, Харога. Начал своим ходом на велике, потом Харог, Мургоб, Аличур, потом Аличур, еще Каракул, Сарыташ, Гульча, и вот это Ош, завершенный моего путешествия. Дорогие друзья, теперь я сейчас направляюсь в сторону границу и выйду туда и оттуда домой поеду на такси. Дорогие друзья, будьте здоровы, до следующего видеоролика.